параши скучно. Перебеси, пожалуйста, ежика с параши на хохол. Опять татаро-монголы налетели. Хан, ты хохма! Хан, ты копать умеешь? Где твой коготь тигра? Заебись, заебалово. Эх, Берлин, берлога ин. Щепок медведь понадел. А где же Берлинская стена? Бархан полей и огородов. У нас в Называлово все умеют. Садись, посидим, погутарим. Шляпа, это должность должника. Шляпа должен сказать, кто кому что должен. Слушай анекдот. Жил-был один человек, была у него должность должника. Он подходит и говорит: у тебя какая должность? Пекарь. Ты должен хлеб? А у тебя какая должность? Токарь. Ты должен железо грызть? А я сверловщик. А какая у тебя фамилия? Ржавчин. Что-то ты заработался, Ржавчин. Пора отдохнуть тебе, трудоголик. Что-то ты заработался, сверловщик Ржавчин. Пора тебе отдохнуть. Съездить на курорт. Расслабиться. В общем, приезжает на курорт в Италию. У него спрашивают: ты чей? Он отвечает: Ржавчин. О, так тебе можно не загорать. Князь романов и поэтов, кузнецов и самоцветов, докторов и сутенеров, легионов, мушкетеров. Князь Хлебников, рыбак. Жаль, у меня видеокамера такое видео не ловит. Садись. Куда едем? До Черепаново. А, это через Берлинскую стену. Ну ничего, быстро доедем. У меня быстрый автомобиль. Уважаемые пассажиры, электропоезд до станции Коченёво прибывает на второй путь. При посадке будьте внимательны и осторожны. Счастливого вам пути!
той стороны враги. Будь осторожен. В Берлине не все так спокойно. О, сейчас проедем. Вот и кончилась Берлинская стена. Недолго осталось до Черепаново. Китайская стена впереди. Скорость космическая. Может, через Черепаново и не поедем, а через Погонялово точно. Я там Погоняло забыл. У меня Погоняло живая шляпа. Вот мы и в Погонялово. Здесь ходят поезд за поездом. Просто Погонялово. Дорогие нынче тарифы до Черепаново через Погонялово. Живая шляпа, бич божий. А вы рогатых ежиков не видели? Кого-кого? Рогатых ежиков. Нет. Знаете, почему у ежика лысый хвост? За ним Ленин всю жизнь бегал. У вашей дочки должен быть сильный хвост. Рогатый ежик убежал от Ленина на войну. А где ваши голубые роги? Хай, бабай. Во, ты что, нем? Бритиш клоун. Интересно. Почему, когда билеты есть, фашисты не проверяют? Сижу в Берлинской стене и думаю, как скоротечно летит время. По одну сторону от Берлинской стены прячутся демократы и делают таблетки от курения. С другой стороны, социалисты делают табак